За круглым столом собрались представители Минспорта Омской области и молодые бизнесмены. 20 декабря в Агентстве развития и инвестиций подвели итоги года по реализации в нашем регионе федеральной программы «Ты предприниматель». В 2018-м программа объединила более 3000 молодых омичей. Она включала в себя целый комплекс мероприятий. Это групповые консультации для людей, желающих создать свое дело, образовательные программы, бизнес-игры, тренинги и открытые уроки. Узнать больше о предпринимательстве смогли не только омичи в возрасте от 18 до 30 лет, но и школьники, для которых в рамках программы «Ты предприниматель» были организованы открытые уроки. В этом году почти в два раза увеличен объем субсидий с федерального бюджета на реализацию программы «Ты предприниматель», что позволило вовлечь участие в программе большее количество молодежи. Кроме этого, в рамках программы была выделена субсидия на создание Центра молодежного инновационного творчества. Это особая технологическая площадка, которая позволяет молодым людям, детям заниматься техническим творчеством, робототехникой, конструированием. То есть это новые возможности как для молодых предпринимателей, которые получили данную субсидию, так и для молодежи и детей Омской области. Также в этом году был проведен региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», по итогам которого трое омичей отправились представлять наш регион на федеральном этапе конкурса. Кроме того, мастер-классы от федеральных экспертов, полезные знания и новые знакомства ждали 150 молодых бизнесменов на конгрессе «Ты предприниматель». В рамках итогового мероприятия состоялось награждение победителей второго этапа грантового конкурса «Молодым предпринимателям». Финансовую поддержку получили 5 проектов. Одним из счастливчиков стал генеральный директор «Акутек» Виталий Горбачев. Ему вручили 165 тысяч рублей на развитие собственного дела. Участие в конкурсе бесспорно было для нас полезно. Я благодарю организаторов и членов жюри, которые приняли решение поддержать наш проект. Благодаря участию у нас сейчас будет новое измерительное оборудование, с помощью которого наши заказчики получат аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания, которые будут работать на 2-3 года дольше. Это значительный экономический эффект для тех, кто заказывает такие системы. Создано более 75 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. И я думаю, что главный итог – это, наверное, те молодые люди, которые открыли свой бизнес в нашем регионе, либо которые откроют его в ближайшее время, которые получили для этого все необходимые знания, навыки и встретились со специалистами, экспертами, которые помогут им в этом деле.